Маленькому Севастьяну срочно нужна помощь. Севе Кокину всего 1,5 года. У малыша ДЦП с судорожным синдромом и атрофией зрительного нерва. Обещает помочь врачи из Поднебесной, но необходимой суммы у родителей нет. Севастьян Кокин родился с весом чуть больше 900 граммов. Сначала врачи говорили, что малыш развивается нормально, но немного отстает в весе. Позже мама заметила, что Сева не держит голову и не слышит. После длительных походов по врачам выяснилось, что у мальчика ДЦП, проблемы со слухом и зрением. Мама обратилась к зарубежным врачам. Доктора из Китая обещают облегчить состояние ребенка. А для этого требуется 4 800 000 тенге. Родственники собрали лишь 1 000 000. Общая сумма сбора у нас 4 800 000. Остаток у нас по сбору остался 3 миллиона, примерно 3 миллиона. Для нас это, конечно, очень большая сумма, но это наша надежда, шанс. Мы просим всех неравнодушных казахстанцев нам помочь, кто сможет, даже самой-самой маленькой суммой. В конце это будет большая для нас помощь.